Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством художников. Сегодня у нас Теофиль Александр Стейн-Ле. Французский художник, график, иллюстратор швейцарского происхождения, работавший как в реалистическом стиле, так и в стиле модерн, как его называли летописец жизни парижского пролетариата. Родился 10 ноября 1859 года в Лозанне. Стейн-Лен переехал в Париж в 1878 году и сначала работал техником-чертежником. Через 5 лет переезжает на Монмартр. Здесь Стейн-Лен быстро познакомился и подружился с художественно-аристократической средой Монмартра, в особенности с посетителями кабаре «Черный кот», знаменитое кабаре. В первую очередь с художником Анри де Тулуз-Латреком и Адольфом Виллетом, а также с владельцем кабаре, поэтом и шансонье Аристидом Брюаном. Впервые в «Черный кот» Стейн-Лен пришел в 1883 году. Авторству Стейн-Лена принадлежат многочисленные плакаты кабаре «Черный кот». Кроме этого, он иллюстрирует газеты, журналы, книги, сотрудничает в юмористических журналах. В 1911 году вместе с друзьями создает газету под названием «Юмористы». Стейн-Лен стал знаменитым благодаря своим парижским плакатам, созданным около 1900 года, его сценам из ночной жизни Монмартра и, конечно, его кошачьим картинам и графике, сделавшей ему имя. Другие грани таланта художникам менее известны, а это живопись, скульптура, графика, посвященные событиям Первой мировой войны, особенно событиям в Сербии и Бельгии. Стейн-Лен был самоучкой и, тем не менее, наследником богатых художественных традиций. В его работах чувствуется влияние творчества Делакруа, Домье, Доре и Мане. Я цитирую Википедию. Художник стал центральной фигурой в европейском искусстве начала 20 века. Его работы стали источником вдохновения для многочисленных мастеров авангарда, в том числе и Пикассо. В 1893 году художник впервые выставляет свои работы в Парижском салоне. В Парижском салоне независимых. Затем выставляется в салоне юмористов. И сегодня работы художника можно найти во многих музеях мира, в том числе в Эрмитаже у нас в Санкт-Петербурге и Национальной галерее искусств в Вашингтоне. Одна из последних обширных выставок проходила в сентябре 2008-го, январе 2009 года в Лозанне. Памятник художнику, созданный французским скульптором Паулем Ванье, в 1136 году установлен на площади Жюль-Летак в Париже. Умер в возрасте 64 лет 14 декабря 1923 года. Ну вот, собственно говоря, и все, что мне удалось найти о Теофиле Александре Стейн-Лен, французский художник, график, иллюстратор швейцарского происхождения, работавший как в реалистическом стиле, так и в стиле модерн, известный как летописец жизни парижского пролетариата. Пока-пока, до свидания, смотрим картины.